Нидехамадьям сулабам судуралам сукалпам гурукар надхарам майан кулен навасате ритам натарито са атмаха. Нидехамадьям сулабам судуралам сукалпам гурукар надхарам майан кулен навасате ритам натарито са атмаха. Сила Гаурия Гоштхипати Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, those who are going to accept Guru casually, okay, we need one Guru, we can accept. Гаурия Гоштхипати Сишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что те, кто принимает Гуру как какую-то моду, без придания должного значения Гуру, Шрила Прабхупад говорит, что они сердцем не пришли ко мне. Те, кто получает дикшу как что-то такое обычное, так легкомысленно, без должного без придавания должного значения дикши, и вот получив такую легкомысленную дикшу, они говорят, что все, дикшу получили, больше нам ничего не надо, и можно вернуться домой. Но имеется в виду, ничего не делать дальше. И Шрила Прабхупад говорит, что дикша — это не... Дикша — это не такое дешевое, как они себе представляют. Они думают, что, получив дикшу, можно уйти по своим делам и иметь связь с Гурудевом или не иметь связи с Гурудевом. Это зависит от обстоятельств. Если такое отношение к гуру, и вот так, если такое принятие гуру у кого-то есть в его уме, то это просто глупо. Гуру-таттва, она непостижима, она безгранична. Много раз я говорил то, что сказал Шрила Прабхупад, не поняв гуру-таттву правильно, всем сердцем, я имею в виду, не утвердившись в гуру-таттве, никто не может начать харибаджан. Харибаджан — это не шутки. Те, кто пришли ко мне, чтобы обмануть меня, чтобы использовать божественное знание, которое есть в Гауди Матхе, в своих каких-то корыстных целях, у них нет связи с Гауди Матхом. И у Гауди Матха нет и не может быть никакой связи с такими людьми. И те, кто хотят доказать, что они приняли прибежище у меня, или даже если весь мир оставит меня, и те, кто уже сказали, что они получили дикшу от Шрилы Прабхупады, например, если они один за одним оставят меня и уйдут прочь, если они хотят уйти, оставив меня, то все же я не прекращу мой абсолютный бесстрашный киртан. Все же бесстрашно я могу находиться у лотосных стоп Гуру Падмы и говорить об абсолютной истине абсолютным образом. Я не могу прекратить говорить об абсолютной истине. Я не буду пытаться как-то наслаждать публику под именем философии, развлекать ее. Это не мое дело развлекать публику под именем философии, чтобы они как-то уважали меня. Что наш Гурудев очень такой мягкий, не говорит ничего против чего-либо, но это неправильно. В Чайтани Чайтамрите говорится, но перед этим я хочу сказать нечто другое. В Бхагаватам мы находим одну шлоку. Если мы хотим обрести полностью умиротворенное состояние, что я хочу сказать,
что не, такое состояние, в котором нет у них никаких потребностей, вожделения, никаких материальных желаний, полностью спокойно, умиротворено. И вот утром Махарадж говорил, что это состояние, которого мы сначала должны достичь полного полной самодостаточности перед тем, как начать баджан. Это суть всех описаний. Если вы хотите следовать какой-то другой сампрадай, например, то там все то же самое, то, что вначале мы должны достичь такого состояния, чтобы у нас не было никакого вожделения, никаких материальных желаний, никаких потребностей в чем-то лишнем. И не должно быть никаких желаний. Что я хочу сказать, мы должны контролировать наш ум. Если наш ум не находится под нашим контролем, если наш ум он рассредоточен везде, как, например, ртуть с термометра, если разбить его, то она растечется по всей комнате, испарится, и потом невозможно ее собрать. И вот если у нас мы разобьем термометр однажды, то в этом случае внутри этого и вот если ртуть разольется, потом собрать ее практически невозможно. И также наш ум, наш обусловленный ум в таком разлитом состоянии. И различные объекты его привлечения или отвращения, они находятся вокруг. Кто-то хочет с кем-то свести счеты какие-то. Или еще что-то. И вот все обусловленные души, они, их ум, он везде разбросан, поскольку их ум материален, и через баджан можно развиваться и обнаружить, что наш ум трансцендентен, поскольку вот этот материальный ум, он бесполезен. Bhumi rapo anulo, bhumi rapo anulo, bhumi rapo anulo, khang vayu mano buddhi rivacha, ahankar ityamme prakriti rashtara. This, your mental, material mind, и вот наш материальный ум, материальное тело, все вокруг, то, что мы смотрим, все это материя. Материя и антиматерия — это разные вещи. И вот ученые, они вывели теорию антиматерии, что если есть материя, то, по идее, антиматерия должна быть чинмой. Нечто трансцендентное. Как день есть, так и ночь, так и если есть материя, то и нечто противоположное должно быть. Как есть боль, есть наслаждение и остальные противостоящие явления. И вот наставление Бхагаватам и других шастр в том, что сарва-эва, любые усилия на пути баджана, и все эти наставления, они говорят о том, чтобы мы контролировали свой ум. Дьяна, гьяна, раджа-гухья йога или еще неважно что. Сначала нужно обуздать наш ум, поскольку наш беспокойный ум, он не позволит просто нам взять и совершать баджан. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Вот такие слова. Если мы хотим достичь полностью умиротворенного состояния,
котором не будет ни капли вожделения, никаких желаний, которые жгут наше сердце полностью. Такое спокойное, безупречное состояние. Если мы хотим обрести контроль над нашим умом, любые наши личные попытки, они обречены на провал. Мы не можем стать успешными. И вот мы должны принять помощь от чистых гуру Вайшнавов. По их милости мы можем избавиться от всех проблем и начать Харибаджан, поскольку Гуртатва, она самая сияющая. Если мы, например, купим какие-то книжки и запомним их содержание, то этого мало. И таким образом невозможно изучить Гуру-таттву. Гуру-таттва, она самосияющая. Если мы будем служить чистым Гуру Вайшнавам, то по их милости они могут проявить и показать себя. Я утром говорил то же самое. Перед Брахмой Кришна говорит своими собственными попытками, ты не можешь стать успешным. И это мое благословение. Попытайся узнать это. То есть по его милости он смог осознать значение. И вот Махарадж утром эту шлоку на бенгале объяснял. И так или иначе, первое, то, что много раз было сказано, что Гуру-таттва, она неделимая таттва, мы это поняли, но другое, у нас есть много раз, мы говорили, что Баладев Нитянанда, он изначально Гуру-таттва, иногда кто-то говорит Радхарани Гуру-таттва, кто-то, это нужно прояснить, в чем разница, почему иногда говорят, что Баладев и Нитянанда не Гуру-таттва, а иногда Радхарани – это наивысшая Гуру-таттва, и как это гармонизировать, нужно объяснить. И вот суть в том, Гуру-таттва неделимая. Гуру-таттва, я могу привести пример из Веданты. Первое, когда Бхагаван Шри Кришна Парапаракилешвар Свайамру Бхагаван, он хотел проявить форму севака. И вот Свайамру Бхагаван, его первое проявление – это Баладев, первое проявление Шри Кришны Чайтанья Махапрабху – это Нитьянанда, не отличное от Баладева. Но в чем именно непонимание? Обычно люди не понимают, когда Бхагаван Шри Кришна, он дает пример нам, как служить, если он сам будет показывать пример, как совершать Гуру Севу. И вот в этой шлоке говорится, что трансцендентное мы не можем осознать или понять материальными органами чувств, умом материальным и всем остальным. И вот в этой шлоке говорится, что трансцендентное нельзя понять материальными органами чувств. И когда Бхагаван Шри Кришна, он думает, что обусловленные души не могут понять, осознать, как служить ему. И поэтому он думает, что я являюсь в форме севака, в форме гуру. Но особенность Баладева в том, первое проявление Шрила Прабхупад объясняет, хотя Баладев, он первое проявление Кришны, практически не отличен от него, не отличен, можно даже сказать. Единственное, он явился в форме Баларама, чтобы показать нам, научить нас, как нужно служить. И главное в том, что Баладев, он не отличен от Кришны, и в то же самое время он принял форму гуру, чтобы служить Кришне. Но все же Шрила Прабхупад говорит, Баладев, он может оставить право
совершать какую-то раса и еще что-то, но после Баларама другие аватары уже права совершать расу не имеют. И вот Баладев, он не отличен от Нандана Шри Кришны, и только Баладев, он имеет это право совершать расу, поскольку он как севактата, так и севьятатва. Баладев, он севьятатва, и он также, то есть он как севак, так и севья, тот, кто принимает служение. И расалила Баларамы возможно с его собственной группой, а не с группой Кришны. Это полностью отличное. Я могу привести пример из Бхагаватам Мадхава. Я имею в виду Мадхава Мадхава. Вот Махарадж в прошлый день забыл объяснить в день явления Нарутама Такура. Because they cannot understand, Maharaj, in Vaishnava calendar it is written, they Madhur Utsav. What do you mean by Madhur Utsav? И что значит Madhur Utsav? Мы должны понять. Madhu — это слово, оно есть в Ведах. Вот, Ом Madhu. Madhu значит Кришна. Он источник всех рас. So in one sense, I can say, в случае можно сказать, что Мадхурутса, если я какой-то не хочу как-то это объяснить материальным людям, могу сказать, что Мадхурутсав — это Васанта Утсав. Когда весна начинается, даже материальные кави, как Рабиндранат Тагор, он тоже участвовал в этом Мадхурутсаве, в Джурасаке, в Балпуре, в тех местах. И для материалистов я могу сказать так, что такое Мадхурутсав, что Баладев был там в течение двух месяцев в Раджадаме, когда Кришна Баларам являли свои лилы в Двараке. Однажды Баладев пришел сюда на два месяца, и он находился там, совершал какие-то лилы. И вот Мадхурутсав значит Кришна, и все гопи и саки, они организовали прекрасный праздник, каждый год организуют. И вот и вот они чувствуют какой-то... И вот когда этот... И вот когда эти времена года меняются, но вот это особенно в этот весну молодых существ, под влиянием Майи пробуждается влечение к противоположному полу. И вот Кришна и все гопи, они наслаждались, поскольку и под влиянием природы они их влекло друг к другу. И весенние растения росли, новые листва на них появлялось. И таким образом этот Мадхурутсав происходил, и в вайшнавском календаре отмечается этот, отмечен этот Мадхурутсав. И вот Баладев, несомненно, являл какие-то лилы, но материалисты, они пишут какие-то книги, в которых утверждают, что Баларам не может совершать никакой расы. Даже какие-то известные поэты, которые пишут такие толстые книги, и они утверждают, что Баларам не может совершать расу. Ну, это глупо, поскольку это утверждение противоречит словам Вьясадевы или Вриндаванадаса Такура Махашая. И вот Вриндаванадаса Такура Махашая сказал, что
что даже Риши Муни не прославляют Баладева и его лилы, в том числе Раса Лилу. И вот Вриндаванда Стакура Махасой, он согласно Сиддханте Бхагаватам говорит так, но те знаменитые поэты, которые даже пишут о какой-то вайшнавской Сиддханте, но они не могут принять Сиддханту Гаудия Матха. Они даже не могут понять, что Прабхудананда и Пракашананда — они разные личности. И что сделать? Мы можем для таких людей, единственное, что я могу сказать, что если мы примем гуру Вьясадеву, то мы не можем нарушать какую-то сиддханту, которую дал нам Вьясадев. И вот Маду Мадава, эти два месяца Баладев совершал свою расу. И в этот месяц чайте также. И вот что я хочу сказать. И вот если мы обретем милость Гурудева, то тогда наш ум умиротворится и будет в таком спокойном состоянии. Еще одно, если у нас есть страх внутри нашего сердца, как мы можем слышать об абсолютной истине, как мы можем показать, принять, что Гуру Вайшнава говорит об этой абсолютной истине, тогда это показывает, что у нас нет самопредания. Если у нас есть самопредание, то это невозможно для нас бояться. Когда мы слышим или говорим об абсолютной истине, а если у нас есть страх, то это говорит о том, что у нас есть какие-то сомнения в этой абсолютной истине. Шрила Прабхупада говорит, ради кого я говорю? Об этой абсолютной истине, если весь мир обернется против меня, то это обязанность того Верховного Господа абсолютной истине. Истинный этот абсолют, он снизойдет и защитит меня. И мне не нужно думать об этом. И вот в Чайтанья Чаритамрите мы находим такую сиддханту, но вначале всего я могу сказать, но перед этим хочу прояснить, когда Баладев, он снизошел сюда как в форме гуру татвы, и из этого Баладева бесчисленные садгуру они явились, как в этой Макиртане говорится. В этом киртане, что вся Гуру-варга, она исходит из лотосных стоп Нитянанды, и в этом нет сомнений. И когда Бхагаван Шри Кришна, он хочет помочь нам, как Гуру, то тогда из этого Бхагавана Шри Кришна, Верховного Господа Баладев, из Баладева другая Гуру-татва, но когда Шакти-татва Радхарани, наивысшая Шакти-татва Радхарани, когда она приходит в форме Гуру, это Шакти-татва, понимаете? И вот сейчас может аргумент возникнуть, как возможно Баладев пришел, и Радхарани — это раздельная Гуру-татва, разве нет? Это выглядит, что Гуру-татва, она раздельная. И в форме Гуру-татвы Кришна приходит, когда, ну, кто-то может подумать, что они отличаются, но нет. Гуру-татва, она единая и нераздельная, поскольку, согласно Веданта Сутре, много раз я говорил о Шакти, Шакти-матурабьет. Шакти и Шактиман, они не раздельные и не отличные. Они едины. Это Ачинтья Беда-Беда Тата очень важно, что Шактиман и Шакти, они не отличны, поскольку Шакти, она находится внутри Шактимана. Как наша энергия, сила, она внутри нас. И трансцендентная сила, энергия Кришны, она тоже внутри его. И когда Радхарани, она явилась в форме Гуру-татвы,
то тогда в этом случае Саки и Манджари, как Наяна Мани Манджари, Лаванга Манджари, Рати Манджари и Рупа Манджари и прочие, они явились в форме гуру. Они тоже гуру. И здесь, из Баладева Нитянанды, мы получаем Гуридаса Пандита и других гуру. Они тоже гуру, и нет разницы между ними. Единственная разница, что те, у кого есть сомнения в Расататве, они должны думать о Баладеве. Это наставление Гурварги. Сейчас мы не понимаем о Расататве, можем что-то неправильно понять, и хорошо для нас. Но когда что Нитянанда, это Гуру-таттва, а когда мы, у нас появится доступ к Расататве, мы ясно увидим, что Шрила Прабхупада Наяна Мани Манджари, Джанава Мата, Ананга Манджари. И тогда будет ясно для нас. И это единственная разница, и только это. И вот мы должны ясно понять это. Почему иногда я говорю так, иногда по-другому, это все едино. Согласно нашему положению и уровню мы должны понять. В читании Чайтамрити мы находим очень прекрасный совет. И в чем он заключается? В читании Чайтамрити прекрасный совет дается. Что даже обычную дхарму мы не можем защитить. Самаш дхарма, локо дхарму и обычную какую-то дхарму невозможно защитить, даже если мы не находимся на нейтральном уровне. И что я хочу сказать, если мы не достигли нейтрального уровня, то это невозможно для нас. Судить справедливо, беспристрастно. Махарадж приводит пример, если у нас нет беспристрастности, то может даже каких-то людей на работу не сможем нанять. Если родственник придет, мы лучшее положение дадим и большую зарплату. А если какой-то чужой человек, то меньше. А вот из примера царица это королева Виктория, она, конечно, совершенно не духовный человек, но она была беспристрастна и справедлива, что многим будет стыдно, смотря на нее. И вот она к духовности отношения и к духовной беспристрастности никакого отношения не имела, но так или иначе наказывала даже собственного сына, если он совершил какую-то ошибку наравне со всеми. И вот пока мы не достигнем нейтрального уровня, у нас будет, не будет беспристрастия, и тогда мы не сможем стать успешными. Даже не имея вот такой беспристрастности, даже просто в каком-то материальном плане нельзя судить достойно. This way, we'll have to suffer. We'll have to suffer, na? И вот так мы должны страдать. Имеется в виду помогать тем, кто на более низком уровне находится, и должны помогать им возвыситься. И вот до тех пор, пока мы не достигнем нейтрального уровня, для нас невозможно даже жить семейной жизнью достойной или социальной жизнью какой-то общественной. Или еще какой-то. А что говорить о Бхагавад-дхарме? Бхагавад-дхарма – это она абсолютно. И вот Парампаджипад Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит. И вот тот, кто не отличен от моего Гурудева,
Шрила Кешава Госвами Махарадж, он мой, он идеал в моей жизни. И вот Прабхупада Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что из читания Чайтамриты мы находим один совет, вот такой совет. Этот совет, данный в читании Чайтамриты, если мы... И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, если весь мир нападет на нас, то все же, находясь на нейтральном уровне, мы должны принести в жертву свою жизнь, чтобы показать идеал перед всем обществом, чтобы показать, кто такой саду. Он тот, кто готов пожертвовать свою жизнь ради Гурварги, Шрилы Прабхупады, ради Шри Чайтаньи Махапрабху. И хотя может быть какая-то опасность, но все же мы должны принести в жертву свою жизнь, мы должны следовать Сиддханте данной Шри Чайтаньи Чайтамрите. Если весь мир будет против меня, если они будут беспокоить как-то нас, но все же мы должны прыгнуть в огонь, чтобы спасти их. Как говорится, что трус умирает много раз перед настоящей смертью. Кто труслив, он умирает много раз перед настоящей смертью. И почему мы не можем принести в жертву свою жизнь ради Шри Чайтаньи Махапрабху? Хотя вот посмотреть на каких-то борцов за свободу, они готовы без всяких вопросов оставить свою жизнь ради страны. Это такие патриоты. У них есть такие духовные, не духовные, а такие патриотические песни, какую-то связь с духовностью немножко они имеют, не полностью, а немножко. И вот иногда бывает, что мы слушаем о какой-то великой философии, великих словах, но не можем почувствовать их. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, пусть весь мир он обернется против меня, но все же, находясь на нейтральном уровне, я буду следовать тем же правилам и предписаниям, которые даны мне Гуру Варгой, Шрилой Прабхупадой. Я говорил о важном. Но я думаю, это нужно также обсудить. Много людей думают, что кто-то получил дикшу 40 лет назад, например, и кто-то говорит 10 лет назад или 5 лет назад, ну хорошо. Но Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура говорит, что много людей заявляют, что они получили дикшу, что следует экадаши, носят тилаки, малые. И следует как Экадаши, так и другим праздникам. И также мы, такие люди совершают парикрам. И Харинам также повторяют. Но все же такое достижение в их жизни не видно. А почему? Какова причина? Они совершают харинам, следуют вратам, но все же такого результата в их жизни они не могут найти. И какой же секрет? И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура объясняет, что большинство обычных людей, они получают, принимают харинам, дикшу каким-то таким несерьезным способом. Если процедура дикши не совершена, если дикша гуру не находится в трансцендентной области и на трансцендентном уровне, и если ученик не предается полностью, это те условия, которые нужно исполнить перед тем,
Как получить дикшу? В этом случае мы получим настоящий результат, иначе не сможем получить результат, в этом проблема. И вот если мы получим результат, то тогда мы должны следовать всему этому, и тогда мы сможем достичь дивья-гьяны. И вот этот киртан можно петь, конечно, но практически божественное знание, когда явится в нашем сердце, когда оно проявится там, как это возможно, если дикша не была совершена, мы должны осознать гуру-таттву, и наше положение должно быть. То есть в нашей жизни у нас должна быть потребность в этом духовном знании, как в экономике. В экономике, например, есть такое простое правило, что спрос рождает предложение. Если у нас нет потребности в божественном знании или в настоящей дикше, то она, естественно, и не появится у нас, если она нам не нужна. Но Махарадж приводит пример, ну, как в экономике, если есть какой-то спрос, то предложение автоматически появляется. Конечно, есть какие-то страны, где ограничивают этот естественный процесс, создают искусственные кризисы, когда цены повышаются, продают такие товары, которые хранили и не продавали до повышения цен. И вот согласно математике и экономике можно видеть, что на графике эти параболический график получается в этом графике спроса и предложения. И вот, если мы заинтересованы в том, чтобы обрести таттва гьяну, вы должны прийти ко мне, прикоснуться к шалграму, к туласи и сказать, что мне действительно нужен таттва гьяна, это божественное знание, и можем ли мы так сказать? И тогда, если мы действительно искренне мы обретем этот таттва гьян, если у нас есть такая настоящая потребность, то мы готовы на все ради Верховного Господа, Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, и тогда Кришна, Он поможет нам обрести этот таттва гьян. Это не значит, что таттва гьяна никогда не явится в нашей жизни. Почему? Если таттва гьяна не явится в нашем сердце, то зачем тогда мы совершаем баджан? Если никто не может обрести таттва гьян, то если это бесполезно совершать баджан, то почему наша куварга, она совершала баджан, чтобы показать нам путь? Они уже в своей жизни доказали, что это возможно в этой жизни не просто таттва гьяна обрести, а зрелость этого духовного знания, этого божественного знания, обрести служение Верховному Господу. Наш Гурудев, наш Парамгурудев, они пообещали нам, что если мы достаточно искренне и серьезные, то тогда мы сможем обрести этот таттва гьян. И вот это должно случиться. И вот мы поем вот этот киртан, но как почувствовать то, о чем там говорится, и таким образом мы можем обрести таттва гьян, но если мы день и ночь молимся о том, чтобы обрести этот таттва гьян и начать настоящий харибаджан, и обрести вечное служение там, в духовном мире. И если у нас есть такая решимость, если у нас есть такая решимость в нашей жизни сделать или умереть,
вот так сделать или умереть. Я не хочу слышать ничего. Нужно либо достичь этого, либо умереть по пути. И если у нас будет такая решимость, то, несомненно, вы обретете это божественное знание в вашей жизни. И я приведу пример моего Гурудева Парампуджапаты Шрила Кешава Госвами Махараджа, который не отличен от моего Гурудева. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он готов был пожертвовать своей жизнью ради Гаудия Матха, ради Гурудева Гурварги. Он никогда не боялся. Я никогда не видел такого представителя нашего Гурварги, который был всегда готов на смерть ради Гурварги. И вот такую же решимость мы видели в жизни Куреша, великого ученика Шрилы Рамануджачари. Мы видели такой великий пример в жизни этого Куреша, который был готов пожертвовать свою жизнь ради Гурудева. И даже этот Кримиканта, он, который выколол ему два глаза. И вот он был весь в крови и шел к Гурудеву. И таким образом у нас может быть великая надежда, что хорошо, может мы лицемерны, но в мире может быть кто-то искренний. И это обещание Шрилы Прабхупады, что Бхактивинодара, линия преемственности Бхактивинодакура никогда не прервется. Иначе почему он сказал так? Нет, Бхактивинодара, она всегда будет существовать, она должна быть. Но, может быть, мы не можем найти ее поток, может, она похожа на какую-то фалгу ноди, такую скрытую реку, которая течет под песком. Если выкопать немного этого песка, то можно увидеть, что там течет эта река. И вот, если у нас есть глаза, то Верховный Господь, Он покажет нам. Если мы искренне, то тогда мы можем обрести связь с этой преемственностью Шрилы Бхактивинодакура. Если мы будем утверждать, что учение Бхактивинодакура, оно кончилось, наша наставническая преемственность развалилась, то вы будете наказаны очень сильно. Я знаю об этом, но все же мы должны иметь надежду. А если будем утверждать, что это все развалилось, то это неправильно. Все равно должен быть кто-то, кто возьмет и на себя ответственность за проповедь учения Гауди без всякого страха, как Шрила Кешава Госвами Махараджа. Если никого нету, то тогда Верховный Господь, тогда мы будем вынуждены признать, что Верховный Господь беспомощен и не может послать никакого своего представителя в этот мир. In this vast world, there cannot be any sadhu. Is it possible? You cannot see. You have some envious. И в этом огромном мире разве не может быть никакого саду? Может, у нас нету, не можем видеть. Если мы слепы и не видим, то если мы не видим, это еще не значит, что этого нет. И вот если мы будем утверждать, что саду нет во всем мире, то тогда это все равно, что говорит, что у Господа нету ни рук, ни ног. И ничего нет, и даже не может Господь организовать какого-то настоящего саду в этом мире, чтобы он показывал его путь. И если не видя такого идеала, как можно вдохновляться и продвигаться? So this way we'll have to get some nursery man, love, affection of Guru Vaishnava.
должно быть отношение с Гуру Вайшнавами, их любовь, их забота, она поможет нам в нашем продвижении. И мы очень удачливы, что мы получили такую заботу от Гуру Вайшнавов. И так можно привести пример Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Он был готов принести, пожертвовать свою жизнь ради Шрилы Прабхупады, как куреш. Можно вспомнить, вот, не буду говорить в деталях, но идеализм такого великого саду, как его. И вот смотрите, во время Навадви Парикрамы Сахаджи, они с Навадвипа они напали на Шрилу Прабхупаду и на всех преданных. И вот они разбежались, и они хотели убить Шрилу Прабхупаду. Почему они хотели убить Шрилу Прабхупаду? Только потому, что Шрила Прабхупад хотел защитить Бхагавад-дхарму. Почему Джагай Мадха они напали на Нитянанду? Просто потому, что Нитянанда хотел помочь им избавиться от Майи и дать им нектар. Почему Джагай Мадха они пытались разбить голову Нитянанде? Какова проблема? Что Нитянанда не так сделал, только потому, что Нитянанда хотел спасти их от Майи и дать нектар. Почему люди нападают на меня, поскольку я просто говорю об абсолютной истине, они не хотят слушать, и если их удача в один из дней будет благоприятна к ним, они поймут, что есть что. So I'm going to open my heart. This is the point. Follow what I say. So this way, Paramahansa Kesava Goswami Maharaj. И вот таким образом Шрила Кешава Госвами Махараджа был готов принести, пожертвовать своей жизни ради Шрилы Прабхупады. И вот во время этой парикрамы, когда эти смарты напали на них, он переоделся в одежду Шрилы Прабхупады, а Шрила Прабхупад, он ушел в его одежде. И вот так он, как куреш, у него была решимость умереть за Гурудева, если нужно. И много раз, много людей неправильно понимали Шрилу Кешава Госвами Махараджа из-за его прямолинейности. И много раз люди спорили с ним, они не могли понять, почему Прабхуджапад Шрила Кешава Госвами Махараджа говорит так или вот иначе. И вот большинство людей не понимало, и поэтому они думали, что Шрила Кешава Махараджа нету человечности, смирения и прочего, раз он так жестко говорит. Но я уже много раз говорил, какова основа Тринада Пи, каковы те новые люди для них. Очень опасно это общество, поскольку они не могут понять, но какова основа Тринада Пи, это кто проявляет Тринада Пи по-настоящему, у него не должно быть никакого запаха протишки – это главное. Но люди думают, что те, кто говорят сладко, у них есть Тринадапи. Они не понимают. Основа Тринадапи в чем? То, что нет никакого запаха протишки в нашем сердце, и поэтому у нас есть право говорить так. И поэтому у нас есть сила, возможность, способность говорить так из-за того, что у нас нет никаких корыстных желаний защитить нашу пратиштху, но вайшнави пратиштха. Но мы должны выражать почтение вайшнаве пратиштхе. Если мы не выразим наше почтение вайшнаве пратиштхе, то тогда мы обречены на смерть. Если мы не выразим почтение вайшнаве пратиштхе, то в этом проблема. Then we are going to die. Vaishnavi Pratishtha, Tathikaranishtha, Tahana Kalile, Novi Virovra.
И вот если мы не выразим уважение Вайшнаве и Пратиштхе, то тогда мы попадем в ад. Почему в ад? Да. Если я буду объясню, то действительно мы поймем. Вайшнаве Пратиштха, значит, любая Пратиштха, любое уважение, которое оказываете мне, она не затрагивает моего сердца. Это Пратиштха, уважение, почтение. Я все передаю лотосным стопам моего Гуру Падмы. А Гурудев это передает Шри Прабхупаде, Шрила Прабхупад, Гуру Киршор Бабе, он Бхактина Такуру, и таким образом все это почтение, уважение, Пратиштха, она доходит до лотосных стоп Нитьянанды, поскольку все исходит из него. И таким образом Вайшнаве Пратиштха мы должны уважение ей проявлять. И как понять, что и вот если кто-то жертвует своими личными, корыстными, персональными интересами, и если вот кто-то действует как Шрила Прабхупад говорит, я действую как ачарья, и вот Шрила Прабхупад говорит так, то если кто-то действует как ачарья своим поведением и в то же самое время говорит людям, чтобы они ему не клонились, что Прабхупад говорит, что он лицемер, поскольку если я действую как ачарья, я должен принимать все поклонения от других, и эти поклоны, они, почему они заденут ваше сердце, иначе обычные люди куда не пойдут, они должны клониться вам, а вы, если имеете силу, должны давать им милость. А просто отказываться и не принимать их поклоны, это просто лицемерие для тех людей, которые действуют как гуру. И вот почему вы принимаете их поклоны? Все должны принять это и передать нашей гуруварге. Если много пожертвований приходит и даже во Вриндаване я видел много саду, и какие-то пожертвования иногда приходят, они передают это кому-то, как Шрила Прабхупад, если ему какие-то пожертвования приходили, он использовал их в печатании книг или других каких-то других видах служения. И вот Чайтанья Махапрабху, я утром уже сказал на Бенгале. Это наставление Шри Чайтанья Махапрабху идти и проповедовать мои учения везде с должным поведением. Ачаран – это наша защита. Идеализм Шрилы Прабхупады – это наша защита. Когда мы идем на какую-то борьбу, нам нужно защититься какой-то броней. Если кто-то выстрелит нас, то чтобы эта броня защитила нас. И также ачаран Шрилы Прабхупады – это он подобен броне для нас. Всегда и все время мы должны помнить Шрилу Прабхупаду, иначе если мы идем, попадем на Запад, то можно. Вот это наставление, совет Шрилы Прабхупады перед тем, как отправлять кого-то на Запад. Мы должны помнить это, что если мы забудем славу Гурудева в тот момент, тогда и тогда Майя, она
схватит нас и убьет нас. Наша проповедь может стать ловушкой для нас. И это может стать причиной нашей духовной смерти. То есть тело может живым остаться, но толку от этого, если наша духовная жизнь, она кончилась, и Шрила Прабхупада говорит, как можно понять, что у вас есть жизнь. Если у нас, что значит эта жизнь? Жизнь — это шаранагатия. Это настроение служения, и тогда я могу понять и осознать, что вы не мертвое тело, иначе если у вас нет этого шаранагати, то мы подобны таким мертвецам. Even mala I don't let that. Sit. Here Hari Katha. But mala I can do. But sit. Don't disturb. И вот таким образом материальную пратишту мы должны игнорировать, но вайшнава пратишти мы должны оказывать почтение. И это видья. Вайрагья видья. Есть видья и авидья, два явления. Видья и авидья. Одно это невежество, а второе бхакти. Согласно Сиддханте Гаудия Матха. И поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья, он хотел написать так. Наша вайрагья должна быть зрелая. И когда наши ситуации, и когда нужно, мы должны одеваться хорошую одежду, а если не нужно, то можно одеваться как не нищий. Это техника, показанная Шрилой Прабхупадой. Если нужно для проповеди что-то, то мы не должны это игнорировать. Мы должны иметь юкта-вайрагью, такое гармоничное отречение. Как, например, Бхагаван Госвами Махарадж, ему было стыдно. Шрила Прабхупада сказал ему одеть эти ботинки, костюм и галстук. И он думал, как это он саньяси был, и вот он думал, что же делать. И Шрила Прабхупада сказал, пойти переодеться и показаться ему. И вот он думал, колебался. Шрила Прабхупада еще ему рассказал, и вот он вынужден был прийти к Шриле Прабхупаде в ботинках, костюме, галстуке. Ему было стыдно, и он с такой опущенной головой пришел. И Шрила Прабхупада сказал, вот, смотри, сейчас это юкта вайрагья, ты отрекся от такого отречения. И Шрила Прабхупада, он говорил, что ради настоящей проповеди, читания вани, я могу снизойти на любой уровень. И люди могут не понять меня, но какое отношение это имеет ко мне. И вот я все делаю ради Шрилы Прабхупады, сочетания Махапрабху. Пускай люди критикуют, и это зовется юкта вайрагья. Понять умонастроение юкта вайрагья, чтобы понять это. Иногда нужно ждать жизнь за жизнью, но если вы получите милость такого великого саду, то в этой жизни вы можете осознать это. Никогда в жизни Шрилы Кешава Госвами Махараджа мы не находили такого. В его словах, его, то, что он, в его статьях, везде мы не находили ничего, никакого страха. То есть он был полностью бесстрашен, а очень ясно, четко и понятно говорил что-то. Рамнараян Видиратна, он был великим пандитом, там было, он ошибку совершил однажды в объяснении.
какого-то парана в Хари Бхакти, с Хари Бхакти Виласой, как-то связанным с Шрилой Кешава Госвами Махарадж очень отругал его. «О, мой брат, я думаю, ты не знаешь санскрита должным образом». Что ты тут такую ошибку совершил, и он... И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж его отругал, а все пытались как-то... А вот Махарадж приводит пример, если кто-то хочет построить большой храм в честь своего Гурудева, чтобы доказать всем, что у вас столько много любви к Гурудеву. Но этот, если этот храм больше, чем храм Шрилы Прабхупады, то это глупо просто. Если мы хотим показать всем, что мы построили храм больше, чем храм Шрилы Прабхупады, ну, нельзя скрывать настоящую истину. И вот говорить полуправду — это очень, это опаснее, чем говорить ложь. Полуправда, она не правда. У кого-то нет сиддханты никакой. И они думают, что у них великая бхакти для Гурудева, они какие-то вот ученики. Но Гурудева, который пытается построить просто большой храм, но Гурудев, если недоволен этим, то какой смысл? Как, например, Гурудева, когда кто-то строил храм больше, чем храм Шрилы Прабхупады, Гурудев никогда не был доволен этим. И поэтому Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж и Бхакти Валабхи Тхакур Госвами Махарадж, они построили этот храм как самадхи Шрилы Прабхупады, но меньше, немного меньше, не Бхакти Валабхи Тхакур Госвами Махарадж. Они очень разумны были, они понимали ума, настроение Гурудева. Но сейчас, к сожалению, это самадхи разрушено, иначе служение наше, если мы не понимаем и не имеем связи с Гурудевом, то наше служение будет таким несовершенным. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж никогда в своей жизни не стеснялся, не колебался, не боялся говорить об абсолютной истине. Я однажды попросил одного из его учеников, он очень уважал меня, но такое, как сказать, уважение не настоящее. И вот я спросил, зачем вы кассеты Гурудева храните, дайте мне, я их оцифрую и верну, но не смелись на такое и не опубликовали ни одной из этих записей. Мне стыдно было, что вот записи Бабджи Махарадж, например, везде распространяются, но записи Гурваги нет, поскольку люди, у которых они есть, они стесняются их публиковать. И вот, хотя этот человек был саньяси, но не осмелился, даже они хранили эти саньяси, хранил деньги в шкафах, наличкой, но долгое время хранили, что их насекомые поели. И вот такое состояние преданности сегодняшние дни, что мы как вороны собираем какие-то деньги, какие-то заслуги, какие-то другие вещи, мусорные вещи. И вот наша Гурварга под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, мы все Гаудия Садха, под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, мы должны стать инструментом Шрилы Бхактивинода Тхакура. Мы, как Шрила Бхактивинода Тхакура на лице говорит о себе, как о дворнике на Махатте,
если мы сможем стать частичкой этого веника, которым Бхактинанда Такур, частичкой этой метлы, которой Бхактинанда Такур очищает это место преданности, то это будет великим успехом в нашей жизни. Почему мы приносим какой-то мусор в наше поле преданности, в это место санкиртаны? Почему? Намахата должна быть очень чиста. Что это значит? Мы должны понять, что Шрила Кешава Госвами Махарадж хотел сказать. Шрила Кешава Госвами Махарадж хотел очистить все. Он никогда не позволял никакой грязи быть на пути преданности. И однажды Шрила Кешава Госвами Махарадж вышел из своего баджана кутира. И там новость была. Кешав Госвами Махарадж, он сказал, из этого, из типографии этот звук, и потом он обнаружил, что радио какой-то, какой-то брамачари, он по радио новости слушал. Кешав Госвами Махарадж подошел, ударил по этому радио, и оно разлетелось на кусочки. И один из его учеников отправился в Кришнагара на обратном пути, зашел в какую-то миссию, майвадскую миссию. И вот он сказал, спросил, что так поздно, он зашли вот в эту миссию, почему? Почему без разрешения туда зашли? И Кешава Госвами Махарадж сказал, что теперь два дня сейчас тебе нужно вымыть рот, почистить зубы навозом коровы и два дня поститься. Но если такая сила у какого-то ачарьи, сейчас если какой-то этот ученик хочет уйти, то его все равно как-то пытаются оставить всяческими методами. Но Садхгуру может позволить все. Это обязанность Садхгуру, я много раз говорил, что единственная обязанность ачарьи – это давать полную защиту Сиддханта Вани. Как человек Кешава Госвами Махарадж, любые ошибки, если где-то совершались, он как лев пытался исправить их. Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они все отвечали на все эти вызовы. И листец никогда не может стать проповедником, но бывает, что кто-то этому не следует. Мы, конечно, знаем, что листец никогда не может стать проповедником, но иногда мы видим даже какие-то его братья в Боге, они жаловались на Винодду, что он опасен, он не уважает никого. Что случилось? Мы пришли вот туда, Винодда сидел тут, даже не поздоровался с нами. Шрила Прабхупада сказал, кто вам сказал? Да, мы тут пришли, Винодда там сидел и не поздоровался, идите спросите. Ну вот мы тут перед носом пошли и не поздоровался с нами. И когда Винода пришел, они спросили, он сказал, я вас не видел, где вы тут проходили. Он был поглощен в мыслях о Гуру Севе. Вся ответственность за весь это читание матх, все это было огромное. Было огромное количество земли и прочей собственности у Гауди Матха, это была ответственность Кешава Госвами Махараджа. Ради Гуру Севы он мог, был готов на все. Можно сойти с ума, видя эти мусульмане, они спорили с ним, что это наша земля, а Шрила Кешава Госвами Махараджа, кто вам сказал, что это ваша? Когда она была ваша, это наша земля. И тогда в суде дело завели, полиция пришла, Кешава Госвами Махарадж что сделал? Он взял деревья какие-то,
в качестве доказательства он взял какие-то деревья, пересадил с какого-то места на эту свою землю. И тут пришли полицейские и смотрят, деревья тут уже сто лет растут, какая же это мусульманская земля. А эти мусульмане удивились, как это за ночь такие деревья выросли. И вот служить Парамахамса, Лотос Мастапам, Гуру Парамахамса, Гурупад Падме, если ситуация нужна, так, если будет какая-то ситуация, что нужно будет отправиться в ад, то с таким подписанным контрактом мы должны ради служения Парамахамса Гурудеву должны быть готовы отправиться даже в ад. И такая решимость, это настоящая решимость говорить о себе, как у Гурудасе. И вот такое умонастроение можно найти в жизни Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Кешава Госвами Махарадж, он контролировал все и совершал баджан. Можно сойти с ума, как это Кешава Госвами Махарадж, если кто-то мне что-то такое ответственность даст, я ничего не смогу сделать для меня, то даже о каких-то маленькой земле неудобно позаботиться. Это сколько внимания отвлекать, а Кешав Госвами Махарадж, у него была ответственность за эту всю огромную землю, читание Матха, и он также думал о Веданта Сутре, писал что-то. Я думал о этих судебных разбирательствах, которые шли тут и там. И когда и как он мог Шрила Кешава Госвами Махарадж Винода, несомненно, у него была Гуру Крипа на нем, иначе как он мог сделать так много служения, тем более полностью различного по своей сути, как писать что-то о Веданта Сутре и ходить судиться в различных судах. И он был полностью посвящен Шриле Прабхупаде, он был проверен. Это не так, что он говорил какую-то ложную философию. Нет, он говорил только истину, я уже сказал. Когда однажды пришло письмо из его дома, что ваша мать умирает, давайте быстрее приходите. И Шрила Прабхупада, получив письмо, он позвал Винода, Винод Прабху, смотри, твоя мать, она больна, тебе нужно пойти и навестить твою мать. Готовься, иди. И вот он подготовился, пошел поклониться Шрила Прабхупаде и ушел заниматься своим служением вечером. И Шрила Прабхупада обнаружил, что Винода никуда не ушел, еще смотрит арати. И после арати Шрила Прабхупада спросил: «О, Винод Прабху, я сказал тебе, что твоя мать больна, ты иди навести ее в своей деревне, ты должен уже там быть». И Винода начал плакать, как сумасшедший. Он упал к лотосным стопам Шрилы Прабхупады и сказал: «О, Прабхупад, вы хотите проверить меня? Проверить мое самопредание вам? Кто такая моя мать? Кто такой мой отец? Вы все и вся для меня. Я нахожу все. Отец, мать и все у вас. В каждую жизнь я имею различных отцов и матерей, но вы больше, чем все это. И пускай моя мать умрет, что будет. Но я не могу оставить Гуру Севу ни на секунду. Это моя решимость. Это мое решение». Шрила Прабхупад был очень доволен им. И когда Шрила Прабхупад ушел, через долгое время Шрила Кешава Госвами Махарадж писал,
И однажды Шрила Кеша Госвами Махарадж написал такую сиддханту: мы должны помнить всю свою жизнь, если мы забудем, мы не сможем совершать гуру севу. Винода, он написал такую сиддханту, когда Шрила Прабхупада ушел. И вот иногда садгуру и вайшнава не настолько разумно не могут, они могут испытать нас и своими словами. И это не... И вот Шрила Прабхупада, он не сердцем сказал, что Винода, иди домой, что твоя мать больна. Шрила Прабхупада просто на словах это сказал. Но, а как он понял, что это не желание сердца Шрилы Прабхупады, а потому что он был настоящим учеником Шрилы Прабхупады, как Шрила Кешава Госвами Махарадж понял, поскольку он был лучшим учеником Шрилы Прабхупады, и поэтому для Шрилы Кешава Госвами Махараджа было возможно понять у монастырения Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупада сказал на словах так, но сердце не хотело, чтобы он уходил домой. И таким образом все настоящие ученики настоящего Гурудева, они могут понять ум настроения Гуру Падмы. Даже если Гурудев ушел, он может благословить и сказать, что нужно делать какое служение. Автоматически можно проверить. Даже если у нас нет ни копейки денег, все равно мы можем получить божественную помощь. Я сидя в Ясасане, обещаю, гарантирую вам, что если у вас есть такое настроение совершать Гуру Севу, то божественная помощь, она снизойдет к вам. Вы можете проверить в своей жизни. И вот Бондев Госвами Махарадж, он был без копейки денег. И однажды в Германии у него не было вообще никакой еды и ни копейки денег. И тем временем Германия, она была после Второй мировой войны полностью без в разрухе, и значит, потом все отстроили, но Шрила Кешава Госвами Махарадж, он вот он думал, что же делать. И вот Бондев Госвами Махарадж думал о лотосных стопах Шрилы Прабхупады. И вот тогда с Гаудия Матха автоматически он получил какую-то посылку. И вот мы должны поверить в это. Если мы не поверим, то мы не можем обрести никакой божественной помощи. Как это возможно для меня? Вот люди иногда тратят миллионы денег на проповедь, на публикацию книг, а я с гораздо меньшими возможностями делаю то же самое. И вот я пытаюсь что-то делать по милости Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура и Гуру Варги. Вся наша Гуру Варга, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Бхакти Нилагири Махарадж, Сагар Махарадж, Найанананда Бабаджа Махарадж, Бхакти Валлабх Тиртха Госвами Махарадж. Кто нет? Все. Они дали мне наставление, что я должен проповедовать Шрила Шанта Госвами Махарадж. Он дал мне прямое указание в своем письме по их милости. Так или иначе, эта проповедь происходит. И вот Бабаджи Махарадж получил письмо от Шрилы Шанта Госвами Махараджа, в котором он говорил, что я должен, что он должен совершать служение для всей сампрадаи. Бабаджи Махарадж тем временем жил во Вриндаване, не во Вриндаване, вот на Сурья-Кунде. Но все, что Шрила Шанта Махарадж он предсказывал в своем письме, все это сбылось. Тривика Махарадж, также ученик Шрилы Прабхупады, он тоже сказал мне. Он на таком говорил на дакском наречии Бенгали.
И все, что он говорил, все стало явью. И вот всю жизнь, если мы будем обсуждать аналитические жизни Шрилы Кешава Госвами Махараджа, то мы увидим бесчисленные примеры идеалов. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он хотел открыть Гаудия Матх. Гаудия Матх он уже был, но там проблемы какие-то были. И вот он там эти слушания в суде происходили и прочее. Его еще в тюрьму посадили. И внутри тюрьмы он по ложному обвинению его посадили. И вот Кешава Госвами Махарадж и Винода, он, будучи в тюрьме, он дал совет, как все делать. Он все, в голове у него было, и Сиддхартха Госвами Махарадж, он был в прошлом этим адвокатом, юристом. И вот они что-то написали, отнесли Сиддхартха Госвами Махараджу. И вот Бхарати Махарадж, он писал это все. Кешава Госвами Махарадж, он ходил и диктовал. А Бхарати Махарадж, вот на Аватам Брахмачари, он записывал все. And then Maharaj, now write. Bharati Maharaj used to write. И вот Бхарати Махарадж записывал, и потом это все отнесли. Now go to Siddhar Maharaj. Сиддхар Махараджу показали. Siddhar Maharaj. Сиддхар Махарадж был удивлен, как это. Reading law, nothing. Не знаю законодательство, как он так все хорошо описал. Siddhar Maharaj, how possible for Vinoda to write this way? Just more than. You know, as if all laws and rules and regulations are known. This way. One day, our и вот однажды наш Бхарати Махарадж, он был молод достаточно в то время и сказал Виноде Кешава Госвами Махараджу, что вы пытаетесь так много сделать, но вы побеждены. Почему? А Кешава Госвами Махарадж сказал, чего ты сказал? Он сказал, нет, он сказал, что мы уже побеждены. Нет. И вот он так ответил на бенгале. И вот он сказал, сейчас я объясню. И, как, и суть нашего этого дела судебного, в чем мы не позволяли им продавать землю, они хотели продать землю Гаудия Матха. И вот Кешава Госвами Махарадж сказал, и главная причина нашего судебного дела в чем была, мы хотели защитить идеализм Шрилы Прабхупады, мы хотели защитить землю и собственность Шрилы Прабхупады, да, это успешно или нет. Перед судом они обещали, что мы следуем Шриле Прабхупаде, 20 саньяси, а 20 саньяс дадим и таким образом они сказали, пообещали, что не будут ни сотки земли продавать, и вот мы достигли своих целей, хотя внешне мы побеждены, но они на самом деле побеждены. И вот на Бенгале это такая игра слов. Follow what I say.
И таким образом Кешава Госвами Махарадж был очень могущественен. Я так много вещей хочу рассказать о нашей Гуранге, но времени мало. Еще нечто важное я скажу, что главная обязанность Ачарьи – это защищать Сиддхантовани. Это самая важная, единственная, главнейшая обязанность совершенного Ачарьи – защищать Сиддхантовани. Поскольку если Сиддхантовани защищены, то все остальное тоже защищено. И Шрила Прабхупада также сказал, если весь мир он погрузится под воду, если у нас останется Чайтанья Чаритамрита, то все будет защищено. А главная проблема сейчас, что никто не хочет защищать Сиддхантовани. Они хотят, говорят что-то, что-то лишнее. Какую-то свою сиддханту, а не сиддханту Гурварги. И все люди в каком-то обществе, у каждого свой личный интерес. Их главная цель не едина. И во времена Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупад хотел показать и доказать, что если у нас есть одна единая цель, единый идеал, то если мы все делаем ради радости Шри Чайтанья Махапрабху и думаем только о его радости, то тогда не может быть никаких споров, никаких разногласий, поскольку все эти разногласия возникают из-за того, что у всех свои разные интересы. Гаудия Матха, он снисходит с трансцендентного мира. Если кто-то хочет разрушить систему Гаудия Матха ради каких-то своих корыстных целей, то такой человек будет очень жестоко наказан в этой жизни и в последующих. Гаудия Матха – это не какое-то материальное здание из песка и кирпичей, это нет. Гаудия Матха, у него есть духовная форма, и по милости Гурварги можно увидеть ее. И не пытайтесь создавать никаких проблем в Гаудия Матхе, лучше идите куда-то в другое место и не приносите мусор сюда. Гаудия Матха – это Апракрита Санкиртан Садан. Я хочу следовать Шри Кешава Госвами Махараджу, Шри Шанти Госвами Махараджу, они были очень строги по отношению к защите Сиддхантовани, они не позволяли никакого мусору появляться на пути Сиддханты. И таким образом мы должны следовать Шри Кешава Госвами Махараджу полностью. И эта шлока, с которой Махарадж начал, она очень важна. Еще раз Махарадж произнесет. Nidhiham adhyam sulabham sudharabham sukalpam guru karunadharam mayanukulena navasvateritam na taretu swatma. He is going to commit suicide. Тот совершает самоубийство в своей жизни, если он не примет возможность, которая лежит у него в руках. Если это возможность, которая у нас находится в руках, мы не примем ее, то попадем в ад. И что делать? И говорится, та возможность, данная Кришной, Шри Чайтанья Махапрабху, она уже есть. Мы обрели садгуру, у нас есть обстановка. И очень редчайшая и труднодостижимая возможность, но все же мы не пользуемся этими преимуществами. Что еще можно сделать для вас? Вы запросто можете пересечь этот материальный океан, поскольку это тело, оно сравнивается с лодкой, с кораблем, которое может помочь нам пересечь этот материальный океан. И в то же самое время мы обрели Гурудева как наш этот, капитан, который может вести наше судно.
так много возможностей у нас, но все же мы не пользуемся ими по назначению. Будьте очень внимательны и осторожны. Все время вы должны думать снова и снова. Actually, I was supposed to discuss this point tomorrow, but today Adivastiti, if I discuss, it's also good.